больше 30 секунд нету. Энквист едва не выцарапал шайбу у Лихонцева. Хартикайна на такой, Черникова за воротами. Подъехал помочь Лепестой. Передача! Да, финал! Григоренко упустил, наверное, самый обидный для него момент в этом матче, как минимум. Да, забей сейчас и еще минута. Я думаю, что продолжилась бы эта минута в атаках Золотьюлаева. Но опять, ну не поздновато ли, да, Золотьюлаев похватился. Вот с ребра получилось. Так что он точно бросал, если бы шайба не скакала. Практически по прыгающей шайбе Григоренко ударил, то я думаю, что он попал.